Так, привет, народ, это Альвинос, и насчет этого прошлый раз так и не закончил со своим Magic Mading. Вот они, штуки все есть. Вот эта вот штука, сейчас объясню, как делается. Так, еще вот это возьмем, объясню попозже. Так, это возьмем. Так, его рецепт, не то, рецепт. Это, а Magic Repair штука. Так, это мы скидываем. Потом один розит, один этот. Че, розит кончился? А, понятно. Ну ладно. В общем, рецепт делаем. Вот эти вот штукенции. Так, дальше. Ой, отдай. Так, это мы ложим сюда. Это тоже возвращаем. Вот, и как это все делается? Черт. Так, берем розит и смотрите. В общем, очень немного читерный мод. Так, берем броню. Вот видите, она поизносилась. Ложим, типа, хотим починить. Стоит 14, да? Ну, вот за 14 я бы вообще-то починил бы тут. Так, 14, 19. Ну, полностью можем починить, да? Подожди, что я же там не мог починить-то? По-моему, ботиночки. Да, вот, то experience. Ну, не суть важна. То есть, вот, мы не можем его починить, да? Ванильным. Ну, и что мы делаем? Идем сюда, льем сюда, кажется, ведро лавы. Берем эту тубу, берем вот эту вот Magic Mending Compound. Вот. Получаем вот эту штуку с Magic Mending Compound. Потом щелкаем по этому. Должно быть Magic Mending Solution и вот этот chest plate. Вот, все, он у нас полностью восстановлен. Да, то есть таким способом мы можем себе так восстанавливать где-то extraction. Ой, ну тут как видите я занимаюсь так где еще одно ведро шахту вот эту вот самую делаю. Так, одна лава, вторая. Ну кто не знает, это работает эта шахта. Хотя, наверное, уже закончилось. Заливаем сюда. Под этим блоком должна быть земля. И берем вот эту вот миску и щелкаем. И может что-то там нашли. Так, вы ничего не нашли в лаве. Ну, в основном выпадает всякая хрень, которая мне на данный момент так взяли. Так, это вложим сюда. M weapon warm teleport. Это для ну, вообще-то тут тоже неплохо, но это мне, это, кто только что подсоединился, это мой старый дом, я тут жил, теперь упер далеко, так что мне немножко не туда, вон мой телепорт. Так, вот теперь мы там, где надо, берем еще. Так, блин, опять не тем щелкаю, где он? Так. Что, я хотел чинить ботинки, эти вот. Так, вторая лава пошла. Этот. Так, это одеваем и шапочка. То есть, довольно-таки дешево выходит, потому что деньги, все остальное можно выбить и получить вот целый. Она, по-моему, даже чинит то, что невозможно починить. Вот. Такие вот у нас есть чинилки, которые чинят, как я понял, все. Так, значит, это мы ложим сюда. Так, дальше вот эту вот штуку открываем. Может, что-то выпадет. Шапочка, которая мне нафиг не нужна. У меня это все есть. Так, вернись, я все прощу. Так, розит. Сюда этот апгрейд кит усе не имею такой штуки и миниган тоже нету, это все, это его можно выпить, выбить в аду,
Поэтому это покамест уложим сюда. Дальше у меня foraging staff появились. Это я выбил их в этом дипленде. Может, это выиграл. Можно выиграть только стафы. О, что-то начало вести, слушайте. Даже аж 20 стафа. Warning. Drop area на dropper. Creating area. 6 kinetic rune. Вот, получили стаф, который потом черное для чего надо. Но у меня еще пока есть кинетик рун нету. Для того, чтобы их получать, надо там где-то... Так, а как она выглядит? Advanced Sensational. Так, это русский язык. Так, кинетик. Кинетик рун. Вот она. Надо 6 кинетик рун, чтобы я его вспомнил. У меня только одна. То есть надо ловить боксы и из нее вытащить. И ее, по-моему, я смогу получать, когда только немножко прокачаюсь. Так, получил это. Ну что, стафы мы пока мы откладываем. Я слишком слаб для них. Так, го возьмем на всякий случай. Так, вот, я бывал в этом. Так, подождите, что я где-то... Блин, еще эти есть семена. Семена, наверное, для того, чтобы в том краю можно было что-то добиться. Так. Так, я был в Дипланде. О, опять эти товарищи у нас тут. Кстати, я выращиваю растения, за которые они у меня... Вот, видите, торн. Можно за них покупать вещи. То есть вот эти... То есть вот эти штуки не выбиваются, они выращиваются. Так, идем сюда. Так, поскольку у меня броня супер-пупер... Ты. Вот, что я хотел показать. Вот эти товарищи, ну, можно купить костюм за Лунариуса, но у меня их пока мест нет. Так, там у нас торговец. Вот эти, оказывается, лампы, они включаются, когда по ним ударяешь, идешь, где-то они включены, вот тут, допустим, темно, а есть лампа. По ней ударяешь и получаешь хорошую вещь. Так, ну, то этот товарищ мне еще пока мест рановато. Так, босс. Ага, вот, вот эти из этих вот штучек я выбил вот эту вот. Он Charged Stone, это вызов босса. Очень редкий дроп, но он все же выпал. Выглядит это... Так. Вот, они телепортируются. Сейчас вот он подойдет, вот где-то уже тут. Вот он, видите? Вот. Если вы подпустите близко, то он взорвется. И вот из этих товарищей выпадают вот эти вот вызывалки босса. И вот он телепортируется. Эта штука сейчас бы взорвалась, если подошел бы. А вот он, товарищ настоящий. В общем, но нас не это интересует. Weapon Boss Teleport. Вот у нас есть... Есть тут дохрена животных. Так, вот, найдя такую структуру, вот она, вы найдете тут вот хор-алтарь. У него надо тыркнуть булдер-дашем. Булдер-даш выпадает, так, еще потом объясню. Так, M, Weapon, Boss, Tor, Portal, Spawner, Teleport. Также нашел тут спаунер, товарищи, вот. Вот он. Ну, а там такие жучки вылазят. Вот, смотрите. Оп, и она включилась. Это, наверное, обновление. Вот. Но я их убивать не могу. У меня не хватает опыта. Надо эти 68. Так что про них я могу благополучно забыть. Так, алтарь я нашел. А, и алтарь еще можно телепортироваться. Выбив Builder Dash, мы подходим к этой штуке, активируем ее, потом идем к тому боссу и сможем вызвать босса. Но чтобы найти этот Builder Dash,
портал, телепорт. Нам надо пойти вот сюда, вот пред Цассию, пред Кассию, ну, куда-то вот, вот. И тут найти носорожек. Он очень редко редко появляется. Вот, у нас тут должен появиться носорог. Ну, он, к сожалению, очень редкая вещь в этом мире. Тут можете все... Я в прошлый раз играл, я так его и не нашел. И если вы увидите, это еще не факт, что... Что он дропнет то, что вам надо. Так, теперь я бегу в пирамиду. Проверить одну штуку, которую мне подсказал товарищ Ирцман. Вот. Этих товарищей только сжечь можно вот, вот этой вот штукой. Ну, короче, с ними лучше не связываться. Так, проверить одну теорию. Я тут уже был, пробовал проверить. Мы же являемся победителями. Победители идут по ковровым дорожкам. Так что мне подсказали... Ой, ты откуда тут взялся? Ладно, идем сюда, вот в эту вот штуку, которая попасть не могу. Кстати, есть какой-то став, то есть посох, с помощью которого можно будет убрать вот эти вот. Так, и что мы делаем? Если я так пойду сейчас, то у меня будут проблемы. Но мы можем, как мне подсказали, вот сделать такую штуку. Да, вот видите, работает. Я уже тут бывал, естественно. И то есть вот можем... Так, ты слишком дорогая. Вот, себе проложить дорогу более красивую. То есть, разводите овец, делаете много ковров и вперед. Ладно, я сейчас дойду до спавнера и проверю еще кое-что. Вот что хотел проверить. Видите, мы сюда спускаемся, тут два блока, мне приходилось бежать по... как бы говорится, по западне, а теперь я могу это место спокойно пройти, не получив никакого урона. Так что имейте в виду, ковры тащат эти. Вот. Ну ладно, пошел я, да, доберусь до этих товарищей, из них можно выбить там что-то полезное и вернусь, когда дойду до этих, как они там, штук. По пути все тут переделаю. Так, добрался я до этих вот товарищей и выбил став, но его никак взять не могу. Идите отсюда, блин. Да я моя. Вышел, все. Так, вы слоны, задолбал. Давай, 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 давай. Давай, умирай ты. Вот, довольно-таки интересно вышло, да? Ой-ой-ой-ой. Надо будет что-нибудь придумать тут поумнее. Какую-то ловушку, ну, в общем, вы поняли. Так, что за став? Конда энергии руны. Герц... Ад 4 герц шелл по плеер. Энергии. Энерджи. А где ее брать? Кинетик. Энергическая руна. Ага. 4 энергии руна. Ясно, короче. Это я хотел показать. Так, телепорт то сюда. Так, 4 энергетические руны нужны. Вроде бы у меня что-то такое было. Вот. Сегодня такими мелочами заниматься будем. Так,
три энергии кровной нож. То есть этот став на данный момент бесполезен. Так, это мы кидаем сюда, золото сюда, монеты скидываем сюда, эту хрень сюда, коврики, естественно, сюда, сюда. Вот, так, в общем, как говорится, склифосовский, давай дальше. И теперь под конец хотел показать одну нависшую над проектом проблему. Не знаю, как ее решить. Надеюсь, с обновлением. Кстати, мод, насколько я понял, пишет сейчас Aquatic Craft. Что-то в этом роде вместо нашего бывшего программиста. На всяком случае, как мое знание английского подсказали. Вот. Так, это не надо. Так, ну, немножко. Иди отсюда. Так, это возьмем. Это залепливает монстров. Так. И что? Так, подождите. Магик руна у меня есть. Night Vision. Так. И бежим сюда. Так, сливаем весь опыт. Так, Night Vision 8 минут. Я думаю, мне этого хватит. И бежим. Так, я переоделся, переоделся. Бежим, наш любимый, вот этот вот. А, еще не все сделал. Так, кто-то забыл кое-что взять. Вот она. Так, Розит, Раза 3-4 и. Больше нет, ничего, ну ладно. Кстати, вот эта вот штука штырит, она отравляет. Так, другие еще пока не снял, поэтому сказать не могу, что они дают. Вот, аж целых 4, а толку никакого. Так, идем сюда. Все нормально. Так, нашел тут такую маленькую проблемку. Как видите, это ни хрена вы не видите. Так, ну, в общем, я вот сейчас побегаю чуть-чуть по прямой где-нибудь тут. И смотрите на карту. Так, ничего не замечаете? Не видна проблема, да? Скажете, да? В общем, если кто не заметил, проблема в чем. Ни одного моба наверху нету. Ни одного. Я тут часами бегал, ничего нету. Вот. Option, normal, hard даже, down, back, the game. Нету. А нету. Народ, ау, что-то, в общем, товарищи из перехимичили. Ну, вначале был тут один какой-то, бегал. Я даже вот пробовал, как сказать, escape option, врубаем paceful, don't bug. То есть, вот, видите, все плохие монстры исчезли, да? Теперь escape option, guard, don't bug. Вот, теперь даем им опять заспавниться. Ну, и где? Нету. Что-то вот, ну, никого нету. Даже можно попробовать Escape Option, Video Setting, увеличить дистанцию. Это иногда помогает, во всяком случае, в аду. Ага, а это вроде бы как уже и помогает. Если я не ошибаюсь. Вот у нас там кто-то заспавнился. Так, вот, ну наконец-то нашел проблему. Так, дело было не в бобине, как, ну вы поняли. Ага, их так не убить. Ну что ж, это очень хорошая для меня новость. Значит, надо увеличивать прорисовку. Так, а это вас берет штука. Ну, значит, можем повоевать немножко. Так, и все появляются или только одни? Мне вот хотя бы.
Так, как мне туда пройти к ним? Неохота по воде этой бегать. Ой, взрыватели появились. Ага, значит, имейте в виду, надо увеличивать толщину прорисовки. Да. Вот, иди сюда, товарищ. Из него мне нужен этот, как-то ламбер-мап. О, вот эта вот штука мне нужна. Уце токсин лам. Теперь я могу вызывать этих самых апока мужиков, и с помощью их я смогу сделать маску. И то есть одевать сюда любой другой костюм. Так, ну, значит, надо прорисовку больше ставить. Иди сюда, ты, мудила. Ох ты, из Нижнего Тагила. Так. Значит, тут проблема, тут, значит, адская проблема. Ну, ты. Ку-ку. Чё с тобой завис? Ладно, это я уже решил, получается. Так, возвращаемся к порталу. Там, наверное, тоже что-то понаспамнилось. Не, ничего. В общем, увеличив прорисовку, можно решить эту проблему. Это очень хорошо. Так, ну другие что-то все равно. Видите, спаун такой так себе. Ага, я чую, кто успел заспавниться, тот и появляется. Но наверху все равно. Ну, Вот, и чтобы решить эту проблему, я сделал такую, ну, наверное, надо будет так и делать. Я решил вот, как видите, таким способом. Вот. Сделал такую площадку, как в аду обычно делают. И эта штука даже работает. Ага, значит, мой метод работает. Чё за... Ага, оно сработало. Ладно. Ну, фармерка мобов работает. Если у вас такая проблема, стройте панель и вот фармите на такой штуке. В чем дело? Мы просто отходим очень далеко от земли, и все нижние мобы деспавнятся. Им спавниться тут негде, и они спавнятся только на этой платформе. Смотрите, как их там много. А там часом не деструктор появился. Так. Хорошо идем. Смотрите, какая хорошая фармилка. Еще их сбрасываю. Все. Ай-яй-яй. Я пошутил, товарищи. Вот этих вот я боюсь. Вот этих вот, таких с ракетницами. Да-да. Вот тебя-то я и боюсь. Нет, тебя вот я как раз не боюсь. Блин. Вот он, деструктор. Матинг, бег. Банзай. Ну вы поняли, да? Ой-ой-ой, ух ты, как тут у меня тут все красиво. Save and hit. Ладно, сейчас. Проблема в том, что того... Ага. Блин. И как вы думаете, в чем сейчас проблема? Хазма. Я же сейчас туда не могу попасть, потому что у меня нету костюма.
Сейчас вернусь. В общем, ребята, звентиляйте. Ну, я немножко считерил. Взял вот этих 6 штук. Честно скажу, я их потом верну. Делаем маску. Одеваем свой костюм. Только вместо маски этого вот одеваем маску. Берем оружие любое. Допустим, так, вот это возьмем. Что еще брать? 4 атак дамедж. Ну, вот это возьмем. Сколько тут? 10, 14. Так, хотел сделать хазма, у меня не хватает мистита. У меня не хватает мистита, у меня только... а где его сунул? Вот он, 4 штуки только. Ну что, попробуем пойти собрать вещи. А еще кто-то лопату забыл взять. Да, лопата обязательно надо. Так, значит, можем читерить, получается. Или я пробил, так. Так, escape. О, блин, не то. Так, option. Peaceful. Че я лезу сюда нормально? Так, видео settings 11.9.8. Down. Bugs the game. Я вообще-то там не то хотел показать, но ладно. О, эти товарищи сейчас. Тут сдохнет уже. Так, идем в эту самую, надеюсь. О, еще. Да что у вас тут понаспавнилось, понимаешь ли? Ладно, идите вы все бесом. И что у нас тут? Ай-я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 й
Еще раз. Ну, то их там ни одного нету, то спавнится. Ё. Так, на такой косяк я не рассчитывал, поэтому я еще взял одну маску. Ну, я уже в следующий раз осторожнее буду, но сейчас-то надо как-то все забрать оттуда. Так, подождите, у меня кто нагрудник есть? Есть. Так, где тут у меня... А, подождите, это то остается сейчас. Вот лопата. Меня там все же загубили второй раз. Вы, наверное, видели. Ну, ладно, идем. И честно, больше читерить не буду. О, что творится? Да блин, да вы что, офигели? Не понял. Я же с маской. Ё-моё. Да, хардкор получается. То их вообще ни одного не было. То они про... так, мне надо что-нибудь пожрать. Взять пожрать. Что-нибудь. Давайте морковку. Всю морковку. Так. Восстановить энергию. Так, надо золотое яблочко делать. Ничего не получится. Золотое яблоко. Схавать и идти туда, иначе меня там загубят. Ой, за много. Ай, у меня золотые яблоки есть. Вот, одно золотое есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне, чтобы только забрать все, а потом я уже буду идти туда по чесноку. Потому что проблема в том, что если вас убили, вам очень сложно сделать вторую броню. Так. Так, идем обратно. Ну, хоть чуть-чуть экшен. Правда, чуть вот с этим вот. Из-за этого я читерю. А так-то, в принципе, я все по правилам делаю. Вот это вот мне не нравится, что я не успеваю подойти, и меня тут убивает. Так. Ты. Я. Мужик. Или он это не воспринимает? Блин, Флинт Шоу. Ну, начали бегать там все, понимаешь ли. Да ё-моё, что же за... О.
Где я грохнулся вообще-то? Вон там все раскидано. Блин, как до туда добраться? Ну, отца, и как добраться? Так, тут вот, видите, сделал такую штуку, чтобы падать сюда, но что он не берет? Блин, может, ванилью надо? Ладно, я сейчас верну. Так, вроде разобрался, в чем дело. На этой траве он не хочет. Вот, надо, чтобы ловил корс, и тогда идет сюда. Так, ну что, идем вызволять свою другую. Блин, у меня нету так этот. Это есть. Это стрелять не будет, потому что патронов нету. Так, берем это, все, что можно, берем. Есть только вот такие вот. Ну что. Блин, у меня ночного зрения штуки нету, да? О, Speed Invisible. О, если ее использовать. Энергии нету, понятно. А еще есть эти корышневые. Так, там впереди что у нас? Так, надеюсь, никого там опасного нету. Да, блин. Вам, конечно, ни хрена не видать. Так. Я иду по токсик. То, ой, ё. Ты. Блин, Так, наедим еще одно яблочко. Начали спамниться паразиты, а? Как мне тут выкрутиться, чтобы вам показать? Ладно, сейчас вернусь, пойду зелье возьму. Так, вот я вернулся, выпил зелье. И собираюсь. Так, где-то тут у нас кто-то сидит, а вон наверху. А мне надо забрать свое тело. Где оно? Где-то тут. А где оно есть? Тело, о, блин. Это что еще такое? Я же на глаз не встал. Так, подождите, где-то тут оно валяется. Где мое тело? И что тут? Lat is dead. Это вот это место, да? А тут? Или оно наверху лежит? Ай, вон оно, ёпрст. Ясно. А я его ищу. Я думал, это какое-то животное. Это корс. Вот. Забираем все свое. Блин. У меня ничего не влазит. Так. Все, мой читеризм сводится к тому, что вот без этой маски или этого костюма тут появляться нельзя. А я, как говорится, не очень хочу по 100 раз туда-сюда бегать. Так, это забираем, значит, это сюда. Эти принципы можно выкинуть. Мне сейчас вот это тоже можно выкинуть. Торч можно где-нибудь сюда поставить. Так, ага, еще не все забрал. Так, что мы можем? Так, эти нафиг. Ну, ты пускай будешь. Так, вот это. Так, вроде все забрал. Иди отсюда. Так, надо поесть и вернуться домой. Ай, да, еще хотел показать одно, и все. Сегодня будет точно все. Блин, опять я грохнулся и. Так, у этого 22, 20, блин, надо было взять вот этот вот, который с одного удара убивает. Так, это сюда. Что я хотел показать? Вот, берем вот эти вот штуки. M. Weapons, Enigma, Teleport. Вот. Находим такой алтарь и чпок, чпок. Получаем заряженные Вилла Стоун, да? Дальше.
Телепортируемся порталом. Телепорт. Ага. И нам осталось только найти вот такой вот алтарь. Да? Угу. По-моему, такой. Так, где у нас находится? Он у нас находится там. Ну ладно, я побежал туда. А, и не, я не побегу туда. Это у нас уже вызов босса будет. То есть у нас все готово к вызову босса. Но сами видите, меня тут имеет жестко, поэтому... И где все остальные? Интересно. Вот видите, из-за Option видео прорисовка 4.12. Да. Так, никого нету. И попробуем опять наверх залезть. И как я придумал, я вот... Подождите, где должен вставать, то я не помню. Где этот мой портал? Ага, идем сюда. Вот, я появляюсь тут. Вот, и то есть тут фармлю всех. Ну, деструктор. Не, не деструктор. Деструктор такая вот большая тварь, которую не убить. Эй! Значит, оттуда далеко уходить нельзя. Вот. И вот я вот стреляю. И назад вернуться, чтобы избавиться от этих вот товарищей. Ну, то есть они спавнятся. Прыгаем вниз, а у нас там внизу водичка. Вот, ну имейте в виду, ну а еще один этот. Ну то есть где? У-у-у. Не, товарищ. Биг бам-бам, тут не тот костюм, блин. Ку-ку. А, у меня шити есть, вон. Давай. Ух ты, какой. Ой, я же опять тут сдохну. Ладно, нафиг. Бегим. Фу, смылся. Вроде живой. Ребята, я живой, все забрал, все. Так, теперь делаем следующее по правилам. Вот этого у меня нету. Вы ничего не видели. Все. Ага. Вот это вот мы уничтожаем. Я его не заслужил. Вот. Все. Вот такая вот немножко читерная серия. Ну, кто-то мне вообще говорил, чтобы я писал Keep Inventory. Я этого не сделал. Так что на данный момент все. Увидимся в следующей серии. Придумаю что-нибудь интересное. О, кстати, эти летают. Можно попробовать. Ладно, это, наверное, можно попробовать или. Ну вот и хочется и колется, блин. Так, во-первых, надо броню переделать. Ладно, сейчас все верну. Ну что, идем поищем этого товарища. Надеюсь, он еще не смотался куда, тем более у меня еще ночное зрение. Ты, товарищ, шлюч, паразит. Так, эти носятся, но нас интересует летающая тварь, вот та, где она. Быстрее всего, деспавнилась. Хотя вот у нас тут этот красненький бегает. Давай. А, я хочу в красный мир попасть. Я там... И у нас кончается все, где этот... Я из-за него только и оставил запись. Да. Мне только тебя тут не хватало. Иди отсюда. Так, ну ладно, раз нету товарища, фиг с ним. В общем, на этом я, наверное, сегодня серию закончу. Огородик у меня, как говорится, растет. Место осталось для новых ферм. И да, когда ловите рыбу, вам попадаются эти самые... Что-то как-то низко иду, не понял. Вам попадаются эти ящики, которые, помните, открывали. Так вот, из некоторых ящиков может выпасть...
выйти какой-нибудь животина, связанная с этим вот миром. Ага. Так, тут у меня, значит, еще Незерварты растут. Так, где там? Кто там нас хочет этих жителей обидеть? А, это зомбо-жители, оказывается. Так, ух ты, у меня совсем с едой плохо. Надо фермочку какую-то замутить. Ладно, на этом, наверное, все. Извините, что пришлось читерить. И наши бьют. И, наверное, до свидания. Ставьте лайк, пишите комментарии. И увидимся, в общем.